Ja, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Команда выдала очень прекрасный первый тайм. Und leider hat uns eigentlich die gelb-rote Karte mehr aus dem Rhythmus gebracht wie den Gegner. И вот это удаление, вторая желтая карточка, которая потом перешла в красную карточку, и удаление игрока Спартака, она, к сожалению, немножко нас подвела, немножко сыграла негативную роль. Aber ich kann das auch einfach erklären. Ну, я могу просто это объяснить. Ich hatte heute vor dem Spiel auch einige Sorgen. У меня перед игрой были опасения. Weil uns in den letzten Wochen alles viel Kraft gekostet hat. Wir haben wenig Spieler zum Wechseln. Потому что последние недели нам дались очень тяжело, очень много энергозатратно. И у нас травмированные игроки не могли менять, освежать состав так, как хотелось бы. Ja, und wenn du in Überzahl bist, musst du mindestens genauso viel laufen wie der Gegner. И когда команда играет в большинстве, надо минимум бегать столько же, сколько бегает твой соперник. Это минимум. Wenn du sie dominieren willst. Если ты хочешь доминировать, продолжать доминировать в игре. Und das ist uns nicht mehr gelungen, da hat die Kraft heute nicht mehr gereicht. И это нам сегодня не удалось, нам не хватило на это сил. Deswegen bin ich unterm Strich mit dem 1:1 zufrieden. Поэтому такой результат игры 1:1, в принципе, я доволен. Так, Макрус, ваши вопросы, пожалуйста. Добрый вечер, Сергей Фукс, РИА Новости. Маркус, такой вопрос. С чем была связана замена Мардишвили на Сергея Мурила? Вы перестраховались или там повреждение у кости? Не кажется вам, что эта замена как-то негативно сыграла? Es war ja heute so, dass eigentlich gefühlt jeder Spieler gelbe Karte bekommen hatte. Сегодня у меня было такое ощущение, что у меня практически каждый игрок был с карточкой. Und speziell unsere beiden Sechser sehr früh gelben Karten hatten. Особенно два наших опорных полузащитника очень рано в игре получили желтые карточки. Und Mara ist noch ein sehr junger Spieler. Mara совсем молодой игрок. Da wollte ich ihn auch dann frühzeitig schützen. Я хотел его как бы обезопасить. Ja, преждевременно. Ja, und da wir Murillo einsatzbereit hatten für 30 Minuten. И мы знали, что у нас Мурило готов был сыграть 30 минут. War dieser Wechsel nur logisch dann. И это логическое, как бы логическое, ну, логический ответ на ваш вопрос. Спасибо еще. Добрый вечер, Максим Пахомов, Чемпионат.ком. Хотелось бы подробнее узнать, что же произошло с командой во втором тайме, что команда в большинстве играла так, как будто она в меньшинстве, сегодня провела 45 минут. И не говорили ли едва им после игры, потому что казалось, что он попадал абсолютно глупую красную карточку, когда показывал на висок судьи уже, когда матч был завершен. Какой-то странный поступок, не кажется ли вам так? Das habe ich nicht mitbekommen. Der Platzverweis von Tin habe ich nicht mitbekommen. Deswegen kann ich da keinen Kommentar dazu abgeben. Я даже не увидел этот момент с Едваем, вот отвечая на вопрос с Едваем, что он получил красную карточку и был удален. Wir müssen uns dann natürlich besser im Griff haben. Дело в том, что надо лучше контролировать игру. Auch wenn ich natürlich heute auch etwas verärgert war und der Schiedsrichter natürlich sehr, sehr kleinlich gepfiffen hat und uns jegliche Aggressivität genommen hat. Ну, я думаю, что частые свистки судьи немножко лишили обе команды агрессивности. Aber das ist auch keine Entschuldigung, das will ich nie gelten lassen, dass der Schiedsrichter für irgendetwas verantwortlich ist. Ну, я ни в коем случае не буду искать оправдания, комментируя работу судей. Это не дело. Nur für unser Spiel war es heute nicht förderlich. Я думаю, что сегодня просто нам не хватило доиграть до победы. Und die Gründe für die zweite Halbzeit? И причины, почему команда... Habe ich schon genannt. Es war einzig und allein eine Kraftfrage. Отвечая на ваш вопрос, почему команда не так хорошо сыграла во втором тайме, я уже ответил на этот вопрос. Ответ в том, что нам просто не хватило сил. Ich habe in den letzten Spielen schon in jedem Spiel hin und her jongliert. Hin und her gehandelt mit den Spielern, wo да, последние игры мне тоже приходилось делать замены. Я видел, что команде не всегда хватало сил, поэтому мне приходилось регулировать. Und geschaut, wie wir durchkommen. Чтобы смотреть, каким окончательным составом мы можем сыграть. Dass wir keinen Spieler zu lange auf dem Feld lassen. Чтобы игрок у нас не проводил слишком много времени на поле, чуть-чуть освежать игроков, чтобы не у нас один и тот же игрок не играл все это время на поле. И чтобы он из-за этой переигровки не получил травму.
То есть где была возможность заменить игрока, я всегда вот мне приходилось вот структурировать это, думать об этом. Deswegen ein großes Kompliment an die Mannschaft für die letzten Wochen, seitdem ich da bin. Поэтому я могу сделать большой комплимент своей команде, особенно последние недели с тех пор, как я сюда приехал. Sie hat sich wirklich sehr gut durchgekämpft durch diese schwierige Phase. Вот это очень тяжелая фаза была, и я скажу, что моя команда достойно билась, боролась. Und ich habe große Hoffnung, dass wir nach der Länderspielpause eine andere Personalsituation vorfinden. Я уверен, что после перерыва на сборной наша ситуация с кадрами заметно улучшится. Александр Огулев, Матч ТВ. Хотел уточнить, почему пропускали матч Пабло и Тикнезян, уточнить вопрос, как раз вы сказали, что улучшится кадровая ситуация после паузы. Кого мы можем увидеть после паузы? Eine bessere Truppe haben dieser Kader gesamte, sie haben vollständig, welche Spieler werden wir sehen nach der Länderspielpause? Ja, ich hoffe schwer, dass Pablo zurück ist aus Verletzung. Ja, Тикнезян zurück ist aus Verletzung. Pablo и Тикнезян, я уверен, вернутся после травм. Dass Murillo voll einsatzfähig ist. Что Мурило уже будет способен играть полностью матч. Und. Also wir einfach, dass wir die Spieler, die jetzt lange verletzt waren. То есть это те игроки, которые долгое время были травмированы. Auch Camano. Также это касается Камано. Ich weiß gar nicht mehr, wen ich noch alles aufzählen soll. Я даже, может быть, всех и не перечислю. Ja, Ribus. Тоже Бека, самое. Бека kommen zurück aus der Sperre. Бека. Yeah. Рыбус, у Беки сейчас дисквалификация, он сейчас возвращается. Это большой список. Ja, und deswegen sind wir da voller Hoffnung, dass es nach der Länderspielpause viel besser ist. Ну, я уверен, что после перерыва на сборную ситуация будет намного лучше. Хотел уточнение только к вопросу вот, коллеги по поводу Пабло и Мурило. Что там конкретно случилось с ними? Вы сказали, что они вернутся после травм. Какие травмы у них? Was ist konkret mit ihnen geschehen? Was für eine Verletzungen haben sie gehabt? Können Sie über seine Blessuren kommentieren, was sie gehabt hatten? Ja, ich glaube, es ist bekannt, dass Murillo lange Zeit ausgefallen war, weil er sich eine Wiederverletzung, eine Rehverletzung zugezogen hat. Ja, ну, я, ну, ситуация с Мурило уже известна, что он выбыл на продолжительное время, у него был рецидив старой травмы. Ja, und wenn so etwas passiert, muss man immer ganz vorsichtig aufbauen, das hat nicht noch einmal passiert. И особенно после рецидива надо быть особенно осторожным, чтобы это еще, не дай бог, и в третий раз не повторилось. Und Pablo hat eine Muskelverletzung, da gehe ich sicher davon aus, dass er vielleicht schon nächste Woche ins Training wieder einsteigen kann mit der Mannschaft. Что касается Пабло, у него было мышечное повреждение. Я уверен, что на следующей неделе все будет нормально, и он полностью в полном режиме присоединится к команде.